Пятиклассник Матвей уже несколько лет помогает в уборке мусора на берегу Байкала. Вместе с мамой он участвует в волонтерском проекте «360». И хоть Матвею всего 11 лет, он лучше любого взрослого понимает, как важно беречь экологию священного озера. Поэтому не пропустил и этот выезд на уборку в Большом Галаусном. Я участвую в этой акции с 4 лет. Я первый раз участвовала, когда мы с дайверами вытаскивали мусор со дна Байкала. Кто еще участвовал в этой акции, тот больше никогда не бросает мусор в Байкал, потому что они собирают эти мешки и они понимают, как это тяжело. Проект 360 существует уже 13 лет. Изначально он появился в качестве корпоративного субботника по задумке Олега Дерипаски. Тогда в рамках акции на уборку берега Байкала вышло 100 волонтеров. Идея так понравилась, что ее быстро поддержали неравнодушные жители и экоактивисты. Михаил Седых-Фортунов – участник проекта, и к нему он присоединился один из первых. В волонтерских проектах N+ я принимаю участие уже более 9 лет, побывал более чем на 25 мероприятиях. Проект достаточно широко масштабируется. От первоначального участия в данном мероприятии количество людей выросло, можно сказать, в геометрической прогрессии. Действительно, проект 360 более чем за 10 лет вырос до масштабов общероссийского экологического движения. К нему присоединились города Сибири, Дальнего Востока, Забайкальского края, Центральной России и Урала. В акции приняли участие уже свыше 158 тысяч человек. За все время волонтеры собрали и утилизировали почти 5 тысяч тонн мусора в разных регионах России. В целом, мне очень нравится сообщество таких же неравнодушных людей, коллег, которые здесь участвуют, семей, друзей. Важно, что мы все объединяемся на благо нашей природы. Акция проходит уже 13 лет благодаря идее Олега Дерипаски, и я слышала, что в этом году он тоже примет участие в ее проведении. Традиционно уборку мусора в рамках акции волонтеры проводят в августе и в конце сентября. В этот раз организаторы решили сделать еще 4 таких выезда, уже после окончания туристического сезона. Эко-волонтеры будут работать весь октябрь на 4 локациях – в Бугульдейке, Бурятии и на юге Иркутской области. Среди них экоактивисты и неравнодушные жители. Где бы мы ни были, в какой бы точке Байкала мы ни находились, конечно, очень важна именно чистота Байкала в первую очередь. И очень приятно, очень здорово, что в настоящее время у нас вот эти волонтерские движения, они растут, и акция 360 тоже именно к этому приурочена. То, что с каждым годом наши берега Байкала становятся чище, это очень приятно, и благодаря в том числе N+, и вот таким акциям. Малена Мартынова, Иван Прокудин. Новости сейчас.